Фьорды для Апеннинского полуострова, на котором расположена Италия, не характерны. Как же на столь живописных берегах, да без популярной экзотики? Вероятно, так рассудили то ли местные жители, то ли путешественники. И назвали один небольшой узкий залив на Амальфитанском побережье у деревеньки Фуроре фьордом. Теперь отдыхающие ищут фьорд Фуроре на извилистых берегах между Позитано и Амальфи, чтобы своими глазами увидеть подаренную природой эффектную картину. Такое очаровательное место, да еще и с пляжем, именно это и привлекает туристов. Фьорда ди Фуроре словно застрявший в скале узкий клинок, морской проход к деревеньке Фуроре. Именно за этот внешний вид залив и прозвали фьордом. Сама деревня Фуроре расположена на возвышенности, на некотором отдалении от моря. Она небольшая, тут проживает всего лишь около 800 жителей. Впрочем, путешественники, как правило, интересуются не ей, а в первую очередь живописным ущельем. Однако, при всей своей живописности, ущелье вряд ли бы приобрело такую известность, не будь здесь пляжа. Он, как видите, очень узкий, ведь расстояние между двумя скалами составляет всего около 30 метров. Пляж покрывает крупная светлая галька, дно достаточно пологое, а вода в бухте спокойная, поэтому это место прекрасно подойдет для отдыха с детьми. В прилегающих к пляжу домиках, некогда принадлежавших рыбакам, теперь располагаются кафе и администрация пляжа. Особенностью пляжа является световой режим. Как вы понимаете, высокие скалы загораживают пляж от солнца, которое освещает его на протяжении всего 5-6 часов, причем на пике лета. Раньше 10 утра сюда нет смысла спускаться, а после 4 пляж окутывает густая тень. Это удивительное место привлекает внимание не только поклонников пляжного отдыха, но и орнитологов. Здесь среди высоких скал обитают редкие виды птиц, в том числе и редчайшие ястребы-пилигримы, увидеть которых мечтают исследователи со всего мира. На побережье Италии много впечатляющих мест, но все же фьорды ди Фуроре неповторим и стоит того, чтобы тут побывать.